блогерскую работу. Вот такие тележки тут есть, и за это за доллар, даже не доллар. Не знаю, как она активируется или просто так. Ну, в общем, вот такие тележки есть. Это domestic, локальный аэропорт. У нас тут сегодня погода такая пасмурненькая. Пачки, дождик пошел. Ладно, самое главное, я успела. Я снимаю для вас. Это мой trip to Phuket. Я на отдых собираюсь. Вот этот аэропорт, domestic аэропорт. Я как-то снимала, когда приходила. А вот эти тележки за 90 центов можно. Там QR-код есть, не знаю, как надо активировать. Но вот так. Вот так сниму, все. Это табличка, прилетевшие это самолеты, а вот тут domestic departure, локальные взлеты. Сейчас проверю свой. Все, надеюсь, вам слышно. А вот тут все автоматически здесь. Вот, упакуют и 60 венти, оказывается. Я думаю, мне снимать или не снимать. Теперь можно вот самим это регистрироваться. Вот такая и регистрация. А вот там self-check-in тоже. Вот это self-check-in, то есть самому можно регистрироваться, и электронная регистрация. Вот там весы есть, тут вот для карточки терминал, и все таким образом вы ведете в то, что получается туда. А это Airways, Bamboo Airways, терминалы Bamboo Airways. Чекин, регистрация, терминалы для регистрации. А это Vietjet. Вот. Сейчас тоже самое, но у Vietjet нету, оказывается, все ручное. Но самому надо ввести туда, то есть. Смотрите, вот тут слеп-кода есть, там люди спят. Мне куда сказали, вот такая, я не поняла, что это. Решили мою кроссовку.
люблю это ощущение, когда оно поднимается. На облака смотрите. Блин, окно не это, не чистое, оказывается. Смотрите. Ладно, я и тебя тоже слышу.